Кратко очень. Да. Как пастор ищет Царство Божие? Вот так много говорят об этом. Вот как вот он. Okay. A lot of people talk about seeking the kingdom of God. She wants to know that how do you, pastor, seek the kingdom of God? Okay. The kingdom of God is wherever it is that God is the king. И говоря о Царстве Божьем, первое, нам нужно понять, что это говорит о том, что Иисус Христос, Он Царь. It has a few meanings. И оно имеет некоторые значения. First, that people believe in Jesus, then they enter the kingdom of God. А первое то, что люди верят в Иисуса Христа и таким образом входят в Царство Божие. Second, when Christians let Jesus be the king in their hearts. Следующее определение или значение это когда люди признают или верующие признают, что Иисус Христос Царь в своем сердце. And let him be the king in the family and in the church and in daily life. То есть быть царем и в своей жизни, и в семье, и в церкви, и в каждой повседневной жизни. Now, some people, they're very happy to serve God in the church. Многие свободно и радостно могут служить в церкви. But when they go home, it's very hard for them to serve the husband or wife. Но, к сожалению, когда они приходят домой, сложно служить своим мужьям или женам. At home, it's very hard to put down the anger. И дома очень сложно как-то разобраться с гневом своим. Because the husband has too many problems. Потому что муж, у мужа очень много проблем. Inside us, we just don't feel good to serve someone who is not nice to us. У нас вообще не так, у нас нет такой настроения, чтобы служить кому-то, у которого при нехорошем настроении, скажем так. When your husband or wife is not nice to you, it's very hard for you to massage his back. Когда муж как-то к тебе не очень хорошо относится, очень сложно делать ему массаж. Or to smile at him. Или даже улыбнуться ему. Because you just don't feel good. Просто ты просто себя очень плохо чувствуешь. The kingdom of God is where we submit to God even when we don't like to. Царство Божие это когда мы подчиняемся или подчиняемся царю, когда у нас все обстоятельства не хорошие обстоятельства, неприятные обстоятельства. And then we serve Him joyfully. И при этом уже настроимся служить Ему радостно. So you massage your husband or wife joyfully. Чтобы в ответ массажировать своего мужа с радостью. And you smile at someone who's not nice to you. И улыбаешься тому человеку, который как бы неприятен. So that's the second meaning for me. То есть это вторая причина или второе определение о служении, об искании Божьего Царства. I've noticed many Christians who are willing to go out and, you know, do evangelism. То есть я вижу, что много христиан готовы просто идти служить, евангелизировать. But to let God take control in every area of their lives is very difficult. Но по второму определению это когда ты позволяешь Иисусу Христу быть царем в своем сердце. Because inside us we just don't feel good. Вообще именно наше настроение, эмоционально, они как-то меняются. Now this feeling came from the sinful nature. А эти чувства, они исходят именно от грешной природы. So we can pay attention to how often this sinful nature say, I don't want to. Много раз мы обращаем внимание на то, как наша грешная природа говорит, я не хочу. I don't want to be nice to him. Не хочется быть добрым к этому человеку. I don't want to forgive him. Я не хочу простить его. He's too bad. Он плохой. But when we submit to God and say, this, my heart is your kingdom. Но когда мы покоряемся Господу, говорим, Иисус Христос, вот мое сердце, это твое царство. We say, Lord, whatever you want, мы говорим, Господь, что ты хочешь, да будет так. Now, this is harder than evangelism. Поверьте, это труднее, чем евангелизация. And the third meaning of kingdom of God. И третье определение Божьего Царства, искать Божьего Царства. To welcome the second coming of Jesus. Это приветствовать или праздновать второе пришествие Христа. To prepare for the coming of Jesus. Готовиться для пришествия Господа Иисуса. And that is not just done by evangelism.
It's not just done by evangelism. It's also done by reviving the heart and reviving the heart of all people. So that we and the people we brought to Jesus all submit to God. Щоб люди, і ми, і ті люди, які ми приводимо до Христу, вони теж в цьому пробуждались. You know, I'm sorry to say that in the kingdom of God, majority of Christians follow Jesus in their own way. Большинство християн по-своєму слідують за Господом. Most Christians serve God in their own way. Большинство християн служат Господу, ну, как они это понимают. And I pray that you serve God in God's way. И желаю, чтобы вы служили Господу именно Божьим путем. And let Him be the Lord. И пусть Он будет Господом. Аллилуйя. Аллилуйя.